Как состояние Туси резко ухудшилось. Вот мы дозвонились к врачам, ждут такси. Сейчас будем ночью оперироваться, потому что до утра не факт, что мы доживем. Так, мы в клинике готовились к наркозу, сразу катетер поставили, грелись. Некогда было сильно снимать, потому что ее потом забрали. А я сидела, вот это у нас было 10 минут 11, когда ее забрали на операцию ночи. И вот мы уже дома. Еще отходняки от наркоза. Да, греемся возле печки. Сейчас чуть-чуть согреемся и буду доставать. Прооперировались, матку нафиг выкинули с этой пиометры, блин. Так что я надеюсь, все у нас будет хорошо. И тут еще кошка Зина сверху прилетела. Да, на фоне нашей страшной печки. Зина, Зина, скажи, я тоже переживаю, чтобы все было хорошо. Да. Потом покажу наш шовчик. Пока дети в отходняках, не до показателей, так сказать. Потом покажем. Главное, что успели. Я очень боялась, что ребенок не доживет до утра. Поэтому отдельная благодарность врачам из клиники Умка, которые согласились прооперировать экстренно, практически посреди ночи. Ну, теперь держите за нас кулачки, чтобы мы побыстрее поправлялись. Да, тут все еще выйдем. В наркозе, конечно.